О, мои голуби. Голуби мои, голуби. Да они у меня здесь хорошие голуби. Да они прям на меня летят. Гули, 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 гули. У меня с тобой всегда семечки. Вот они, гули мои, гули. А там Гликерия с Надеждой Васильевной, Благовещение. Сейчас пошли в храм. О, братья наши выходят. Вот под ногами голуби-то. Дайте на дорогу пройти. С Благовещением вас, голуби мои хорошие. Ага. Вот они. О, а там-то сколько их. Вылезли все, дорогие мои. Ну. Ну и Гликерия пошла в храм. Там не балуйся. Веточки ломать не надо. Так, трогай их. Гладь. Что нам эти козлики-то выставить, нет? А? Козлики-то выставить, нет? Да нет, сегодня не надо уже. Пускай, всем свобода. Да нет, куда он бежит? Ладно. Молодежь, молодежь. Ну ладно, никого нету. Давайте. Вот они, старый да малый. Молите хорошо. Ага. Ну, скажи пока-пока, дедушка. Пока-пока. Возьму это. Пошла? Ну, во славу Божию. Давайте помолимся пока. Давайте. Три поклона, Гликерия. Молитесь. Господи, благослови нас. Благослови, Господи. Ну, молись, молись. О, это у нас тут входить в храм. Распятие. Выгорело. Володя тут заново новую поставили. Разве можно христиан? Давайте. Ну еще нету? Нету. Вот она говорит, я уже выехал, на Ползунова едет. Она говорит, я подъезжаю уже. Подъезжает сейчас. Ну. А ты с нами не пойдешь? Нет, не пойду. А там Владыка Сергий сегодня. Я не пойду. Ну все, поклон передавайте. А тебе, знаешь, поклонов столько много передавали там. И Мария Андреевна. И вот ты знаешь, которые жили на ВРЗ, это как их фамилия, я не помню. Колбаскина? Во-во-во. А разве Колбаскина? Ну, конечно. Ну, а вот эта Татьяна-то, которая, те-то умерли, а Татьяна осталась. Ну, она и есть Колбаскина. Да? Ну, теперь, вот, может быть, она по мужу другая. Она вот такая вот. Вот эту а с чего с ней сделала сахар? Сахарный диабет. А, двойной обед. Ага. Понятно. Вот так они. Не надо ложки, не надо. Ну все, с Богом. Скажи, дядя Игнатий. Скажи, с Богом оставайся, дядя Игнатий. Давай, давай, Гликерия. Да. Помолись за нас там. Она хорошо ведет себя в храме, хорошо. Вчера села и полслужбы проспала. Села на скамейку, иди. Ты вот утром приводи ее на молитву к нам. Так ее вот не видишь. А то утром нет. Возьми ее за руку, а то под машину сунется. Нигде на секунду не отпускай. Вот зачем ты пенек-то, чтобы собаки не проходили. Да. О, это вот организация какая-то здесь. Вот это вот. Ветеринарная. Ветеринарная какая-то еще, компания написана. Я не тут много машин. И они к нам ставят машину сюда. Но мы тут сейчас легче стало. Жертв выставляем, тут перекрываем все. А вот за этим домом, там видать, вон там угол видать, красное знамя. А там музей истории и искусства. Бывший краевой суд, где меня в 86-м году осудили. В 86-м году. Куда пошла? Стойте здесь, верни назад. Ну не надо, вот никак спокойно не стоят. Женская порода какая. Рама, машина едет за вами, она никуда не денется. Давай. Вон мои голуби полетели. О, сколько их там. Вон они где, издалека видать. Ну-ка, давайте. Это все на Благовещение пошли.
прямо возле столба. Давайте. Молитесь там. А я за вас здесь помолюсь. Давайте вы с ней рядом. Давайте. Митрополиту Сергию подойди, поклон передай. Хорошо. Садись. Вот наш дом, где мы живем. Все показываем, ничего с тайной никакой не делаем. Все, она как поедет сейчас. Ой, машет рукой, летели. Ну. Это вот дочка Алевтины Пантелеевны Петеримовой. Вот мы с ними занимались. Она из баптистской семьи. Мать у ней была баптистка. И она обратилась к Богу. Уже в православие. И у мужа тоже, Петеримов Анатолий Кузьмич, он там у них. Родители пришли в православие, вернулись, когда-то были православными. Я их посещал, часто беседовали, и она обратилась. И у ней старшая дочка Светлана, матушка в Томске служит, отец Михаил Фаст, племянник Фаста Геннадия. Видите, как работа, она отражается. Вторая дочка, жена диакона Людмила Янчук Евгения. Вот. Кто говорит? Благовестие, миссия. Миссия это два человека, а не отдел какой-то. Там у меня породистый голубь такой здесь вот ходит. Дубоносом зову. А это тут... Видимо, в лапшу, что Надежда Васильевна высыпала. А они тут хозяйничают сейчас. Им интересно это подобрать. Вон оно что. Вот у меня три голубятни. Заголовок крупный в газете был. У злого человека голуби не водятся. Не водятся. И поэтому кто где что-то злится, нападает, поносит. У них голубей никогда не было. Вот удивительно, что... Ой, прям рядом залетает. Возле ног моих стоит. Они уже знают, что я им что-то приношу здесь. И все время у меня семечки в кармане. Запомните, у злого человека голуби не водятся. Пускай мои враги хотя бы одни заведут голубей. И это подтвердят. Врагов много, ни у кого нет голубей. У меня три голубятни. Вот весь ответ. И те, которые хулят, хулят фактически Духа Святого. Вот эти люди, которые обращаются, делаются православными. Для них это ничего не значит. Они просто удовлетворяют. Нечистому, говорится, веяние в голове. Так, все, зашел.